Я приветствую всех друзей и гостей канала «Приют Твори Добро». Наш приют живет благодаря вашей финансовой помощи. Большое вам спасибо. Сегодня ролик о сборе средств на питание. Питание – это основа каждого приюта. Все наши собачки упитаны и сытые. Вы можете заметить это по роликам. Но кушать они хотят каждый день, как и мы с вами. Я прошу вас не оставлять их в голоде одних на морозе, а помочь согреться едой. Сейчас мы стараемся кормить их 3-4 дня крылом курицы и 3-4 дня суставами. Мы вышли на опт из другого города, где приемлемые цены. Заказываем во вторник, а оставшиеся дни берем у нас в городе суставы. Крыло по 48, суставы 38 рублей. Но, как вы понимаете, питательная ценность крыла намного выше, и мы хотим разнообразно кормить наших собак. Обычный сбор – это 18-24 тысячи на 3-4 дня. Мы рады любой вашей поддержке, репостам, теплым словам в комментариях. И желаем вам сытости, радости и благополучия. До встречи в новом ролике!